Здравствуйте. Сегодня свяжем интересную мушку. Назвал ее автомобильная. Почему так? Зашел, значит, в автомобильный магазин. Увидел там вот такой интересный материал. Такой зеленовато переливающийся. С одной стороны он зеленый, с другой какой-то еще цвет. Мне сказали, что это для обклейки фар, либо еще куда-то идут. Такая интересная плотная пленка. Она прозрачная, с таким зеленым оттенком. Значит, взял эту пленку. Потребуется леска. Нить ультрафиолетовая, красная. Так. Черная монтажная нить. Шерсть зеленого цвета. Так. Итак, приступим. Наматываем ультрафиолетовую нить. Так, на кончике формируем такой, как говорят, жопку. Будет привлекать рыбу. Так, остатки отрезаем. Наносим черную монтажную нить. Закрепляем леску. Далее отрезаем полоску вот с этого материала. Кончик. Такой треугольничек вырезаем и закрепляем. Угу, нитка оторвалась. Берем шерсть, формируем тело. По поводу тела мне многие рыбаки написали: сильно толсто тело мотаешь. Я живу в Тайшете, рыбачу по Тайшетскому району. У нас мушки с толстым телом. На Ангаре рыбаки ловят, у них, говорят, тонкое тело вяжут. Каждый под свой регион вяжет. Я вяжу, как у нас уловистый. Так, значит, с тела связали. Натягиваем пленку. И леской начинаем сегменты такие продавливать.
несколько оборотов в конце. Закрепляем нитью. Так, закрепляем перо. Все, мушка готова. Так, вот у меня был фонарик ультрафиолетовый. Вот, жопка горит, будет привлекать рыбу. И плюс пленка будет переливаться в солнечном свете, тоже будет привлекать рыбу. Попробуйте, свяжите. Вот без света. До свидания.